А вот российский GQ это гомосексуально ориентированные моды, в отличие от Esquire. Такое. А, это вы из Википедии читаете отрывок из... Беседа Яковлева. Беседа Яковлева, да, это Википедия она прошла, да. Это Википедия? Нет, я вот это... Это беседа Яковлева, да. Заметим, что... Я знаю, откуда эта цитата. Ее задает Яковлеву... это вопрос, который задает Яковлеву журналист. Да, объясните даже мне, Яковлева что говорит. Такое гомосексуально ориентированные моды? Я просто не понимаю. Гомосексуально ориентированная мода, но, вероятно, это мода, призывающая вас к гомосексуальным актам. Это такая, то есть вы считаете, что... Ну вот вы видите человека, одетого в эту одежду, и хотите совершить с ним гомосексуальный акт. То есть вы считаете, что журнал GQ, он публикует... Это реклама публикуется такого рода или материалы? Вы меня запутали совершенно. Нет, я считаю, что... Нет, я, разумеется, издеваюсь над самим понятием, и вами, и тем, что вы говорите. Вы издеваетесь надо мной? Ну, к сожалению, приходится это объяснять, потому что это не видно, но... что такое гомосексуально ориентированная мода? Вопрос не можете. Я же не знаю, потому что написано, что российские GQ, в отличие от Esquire, специализируются... Написано на такой... кем? Сейчас вы мне объяснили, что это написано собеседником Яковлева. Вы все, что вам в iPad кладут, вы читаете вслух в виде вопроса мне? Нет, не все, только то, что меня озадачивает. То есть, когда у меня возникает какой-то вопрос, я его задаю. Ну, вопрос-то каким образом возник? Вам кто-то дал вот эту цитату, правильно? Нет, я просто начал читать про российский GQ. Где? В интернете. Сайте? В Википедии? В Википедии, по-моему, этого нету. Вот на каком сайте сейчас? NC.ru. Так. Да? Или откуда? Или вы просто гуглите сейчас? Нет, это дело в том, что здесь Edge очень медленно загружается, поэтому это скриншоты. Это мы сейчас не в сети. Это скриншот. А, понятно, прекрасно. То есть это просто Google. Вы просто вбили слово GQ в Google. Российская версия. Российская версия GQ. Да. Это довольно мощный ресерч. Да? Я польщен, что... Нет, вы... я вбил и Михаил Идов тоже. Ну, это хороший заход тоже. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».